Убийство, потому что убили 5 людей, 4 взрослых и ребенок, который не родился. Женщина была беременная. По предварительным данным, сейчас называют 8 человек, получили ранения различной степени тяжести, но я думаю, их было больше. Потому что не все люди сразу стали обращаться, а со испуга, ну, поймите. Потому что это произошло без 15:03 утра. Обстрел велся с позиции в районе Темрюк, на который недавно зашел подразделение «Айдар». Перед этим я уже говорил, что обстрелы данного населенного пункта велись и танками, и минами 120-ми. Мы сначала говорили о том, что они собираются просто за счет этого закрыть блокпост. Но в итоге оказалось все намного страшнее. Они просто решили убивать людей. Вот все, что произошло. Хотел бы еще добавить, что кроме того, что где мы находимся, в месте трагедии, здесь разрушено было частично 7 зданий, как административных, так и жилых. В результате этого обстрела.